Итак, всем привет, с вами Доб Гэм, продолжаем играть за Россию в поисках нашего Николая II, и мы начали референдум о восстановлении монархии. Сегодня в этой серии мы добьемся его возвращения. Поехали! А если вы тут впервые, еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Начинается голосование про концессионного совета. Немножко не этого я собирался сделать, но ладно. Референдум о восстановлении монархии. Нам нужно убедить депутатов, ну, в принципе, тут все просто. ВНС можно вот этих вот ребят убедить. И в принципе нам будет уже хватать. Принято закон об экономической эффективности. Он будет, наверное, об. Б, наверное. Или о. Давайте, ребята, грамотные люди в комментариях можете написать правильно здесь о или об, типа. И это у нас есть. Можно пойти вот сюда. Но вообще скоро нам нужно будет вот в эти фокусы идти. Тут еще вот эти фокусы нам будут доступны. Тут какие-то бонусы нам дадут, скорее всего. Я не уверен, честно говоря, какие, но что-то будет. И, честно, нам бы еще морские фокусы доделать. У нас есть вот этот баф на опережение, скидочку. Честно, вот эти корабли я бы уже исследовал без опережения, а баф использовал бы куда-то сюда. Так что, наверное, что мы сейчас сделаем? Мы, наверное, еще немножко подождем. Но все равно, вот это слишком рано исследовать, вот это тоже чуть-чуть рановато. Мы не спешим прямо сейчас начинать войну. И бафчики вот эти тоже. Вот верфи я уже начинаю строить, потому что, в принципе, мне нужно еще много эсминцев настроить, а уже линейный флот какой-то мы подстроим попозже. Так что, я думаю, давайте займемся Османской империей, почему бы нет. И тут, кстати говоря, судьба Азербайджана, и, конечно же, мы его будем реинтегрировать. И потихоньку мы делаем это со всеми нашими бывшими территориями. И люди решили не восстанавливать у нас права. В концессиях, ну, что уж тут поделать, как говорится. А, Армения, кстати говоря, тоже находится в состоянии войны. Что ж, давайте-ка вот эту армию, наверное, мы сюда отправим. Сразу же сделаем ей вот такой вот приказик, пускай планирует атаку. И вот она, претензии на проливы. Сразу же можем такое. Давайте дождемся, что тут с Арменией произойдет. Все-таки здесь законопроект потихоньку принимается. Теперь уже дошел до Сената. Давайте тут тоже можем ВНС проголосовать за. Это пока давайте чуть-чуть подождет. Вот фабрики можно уже и заказывать. А еще, я думаю, можно сделать, в принципе, себе какую-то дивизию танковую. Пока что это будет легкотанковая дивизия. Чуть позже, наверное, мы перейдем, конечно же, на средние. Давайте вот такую иконочку ему сделаем. Да, всего пока маловато их, но в будущем будет больше. И нет, походу, манами там ничего самого не дойдет никак. Так что давайте, да, атаковать. Через 14 дней начинаем наступательную операцию. Ну, выборы в Сенат происходят. Ну, давайте. Я не думаю, что это для нас сильно страшно или важно. Войну объявляем. Сразу же наступаем. Авиация, пускай чуть-чуть, конечно же, поможет нам по возможности. Это упростит наше наступление. И, да, нам бы еще на Армению напасть, но мы, к сожалению, не можем не объявлять войны, не цели войны оправдывать. Решение о референдуме монархии принято. Прекрасно. Прекрасно. А теперь нужно будет... Друзья, поддержка монархии 100 и легитимность 100. Нам нужно увеличивать явку. Так что давайте-ка понажимаем еще теперь сюда всякие решения. И, наверное, возьмем фокус. Но вот насчет фокусов не знаю, потому что они не обязательны, как бы. Главное, явка и вот это. Другой вопрос в том, что... Сейчас будут ивенты, которые будут это все снижать. Итак, предложение Шульгина. Врангель лучший кандидат, но нет, Романов имеет больше прав на трон. Здесь мы выбираем себе Анастасию. Мы, пожалуй, поделаем вот это. Тут, кстати говоря, смотрите-ка, в 31 регионе будет активировано развитие инфраструктуры. Я не очень понимаю, так понимаю, в каждом из 30, ну, вот этом вот регионе можно будет нажать кнопку на развитие какой-то промышленности. Ну, может, именно инфраструктура, ну, скоро узнаем. И ну-ка, выбор кандидата. Ха. Хватит, хватит. Займите кандидатуру Анастасии и предложите как кого-нибудь другого. Вот проект вертолет. Но, к сожалению, я помню, что в этом моде они... Выбор кандидата. И что ж такое? Что у нас не подходит? Социалисты протестуют, но кому не похуй. А мы уже исследуем новые линкоры и авианосцы. После чего сейчас возьмем вот этот бафчик и потратим его на следующие авианосцы, последние, самые-самые. Тавинков тоже осуждают референдум. Опять-таки, кому не похуй, а вот мне может быть немножко и не похуй, если явку снизят они. Я бы, может, взял один фокус на явку, но посмотрим еще. Ой, опять вертолеты еще раз нам добавили.
Ну, мы же помним, что тут статы как бы, ну, такие. Штурм атака, конечно, 18. Но я помню, что у него что-то было... Ну, дальность у него 500, вот что у него было. И 18, в принципе, мы можем сделать и сильнее. Тут вооружение качается именно что воздушное. То есть не маленькое, в общем-то, ну, не очень. Есть, благодаря нашим бафам на командиров, у нас очень много опыта у генералов, и качаются они очень быстро. Слухи о возвращении Николая II. Кто бы мог подумать, возможно, стоит изучить эти отчеты. Я все-таки, наверное, возьму что-то из этого, а именно удар по базам, потому что мы идем в жесткие авианосцы, чтобы убрать дебаф на скорость стрельца вверх, потому что мы их внезапно построим, да. И вот с османами тут вот этот вот кирский пакт разобрался, по крайней мере, со своей стороны. И теперь мы с ним тоже разбираемся. Возвращение потерянного отца России. Милостивый Божий Николай II воскрес из мертвых, чтобы снова править Россией. Опять кто-то просит вооружение, а... Си. Есть что-то у нас у них? Фокус попросить оружие у России выглядит очень странно. Ну, да. Появилось, ну, пожалуй, нет. 5000 винтовок, слушайте, нам тут это... Свою армию вооружать надо, еще кому-то 5000 винтовок отправлять, вы что? Ой, Османская империя стала Турцией, кстати говоря, еще. Ожидаемо. Еще у нас наши танчики вот здесь вот потеряли часть опыта, но мы сейчас будем их потренировывать. И возвращение царя Ники. Боже, царя храни. Боже, храни Николая II. Отлично. И нам даже не придется... Вообще, очень, что ничего не меняется и цифры, но тем не менее, нам даже не придется никаких фокусов делать и тратить свое время на это. Для результатов нам не нужно. Я уверен. Народе. Ой, турки даже решили сами попробовать контратаковать. Наше промышленное развитие улучшилось. О, шлем индустриализации. Я так понимаю, это все-таки то, что мы нажимаем решение, но это не точно. В общем, да, появились бафы, именно темп исследования, остальные пока как-то не спешат улучшаться, но надеюсь, тоже улучшится цифра. И мы можем потребовать северного Ирана. Давайте так и сделаем. Сразу после Турции мы туда и пойдем. И референдум о монархии готов. Победа монархистов, да здравствует Российская империя. Протесты уходят. Восстанавливает наше производство прекрасно. У нас еще промка постоянно растет и растет. Просто я уже не строю фабрики. Ну, кроме решений. А все и растет. Прекрасно. Еще и военные заводы тоже не строю, а их уже 54. И что ж, славная реставрация. Вообще на коронации его императорского величества будет происходить сейчас. Отлично. О, еще тут немецкие добровольцы были в Турции. Ну, можно сказать им пока. По крайней мере, немцы скажут им пока, потому что они не вернутся в Германию. Конституционная монархия — это как раз то, что нам нужно для защиты России. Русский монархический союз и Николас II. Николай, но вы поняли. Николас так Николас. Надеюсь, хоть не Кейдж. Возможно, это очередная роль Николаса Кейджа, но мы уже об этом никогда не узнаем. Итак, у нас тут выбор же символ русской мощи, либо русский конституционализм. Давайте все-таки не будем подражать Пруссии, а будем делать нашу русскую мощь. Ого, смотрите, что тут у нас есть. Главная империя. Усилиями лучших слов Родины царь российский был установлен на престоле. Целые новые решения появляются. Наша страна в большой опасности. Дело должно скрыть порядок и конституционность во всех государственных границах. Социальные слои. И многие из них... Ага, понял. Короче говоря, народ есть народная поддержка, пролетарская, буржуазии, духовенство и армии. Да-да-да. Ну, короче, обязательно вы это все прочитайте на паузе. Я, пожалуй, зачитывать все титулы не буду. Партия мешаников, кстати говоря, распущена. Статус православной церкви. Светская, либо отменить статью... Нет, мы не будем. Светская, конечно же, у нас госрелигия — это православие. Плюс 5 военнообязанного населения сюда. И у нас опять есть политка. Нет, это на внешнее развитие. Ну, как бы да, внешнее развитие, можно назвать это так. Что мы будем делать в Иране. Мы тратим ее на фабрики. Господи, как же мы себя закачиваем. Это у нас банки, смотрите-ка. Анастасия — это психическая больная, на самом деле, Анна Андерсон. Ясно, ясно. Короче говоря, фальшивка. Какая фальшивка была? Конечно, разобрались. И у нас, смотрите, как конфликт с Романовым. Я признавать Николаса II нашего. Так грустно, грустно, конечно, что в семье они ссорятся, но что поделать. Монгольское ханство присоединяется к царству? А?
Я что-то не знал, и они все-таки интегрируются у нас? Вау. Ну ладно. О, кстати говоря, вот, смотрите-ка, у нас уже бафы жесткие пошли, видимо, да. Я думаю, все-таки вот эти кнопочки, ну-ка, вот сейчас через 6 дней что-то поменяется, либо нет, сейчас узнаем. И судьба Монголии... оккупация... А, нет, есть интегрировать, вот оно. Оккупация есть интегрировать, конечно же, мы интегрируем будем. И вот у нас через 5 дней закончится начать промышленность там в Омске, и поменяется ли вот этот баф? Наверное, да. Два президентских сенаторов. Избираемых и региональных. В чем разница? Может, кстати, четвертый вариант сделать, упразднить? Мы делались президентом. Я так понимаю, это если мы выбрали путь вот этот вот левый прусаков. Поэтому мы сделаем давайте и тех. И будем слишком куда-то загибать, так сказать, палки. Давайте четкая линия преемственности сделаем. И вот турецкие войска мы тут практически полностью ликвидировали. Подбиваем все. Тут еще и немцы загуляли опять. Первого раза не поняли, но со второго, я думаю, точно поймут. Осталось лишь забрать Константинополь, кстати говоря, колония. А, Турция здесь тоже ничего не национализировала. Видимо, достаточно сейчас только Константинополя и забрать. Новая конституция, поехали. Начинаем пробиваться к Константинополю, я думаю, без особых проблем мы до него дойдем. А вот эльзасский ультиматум. Шла война в Европе, но мы пока что не сильно вмешиваемся. Исследовали мы новые себе линкоры. Прекрасно. Делаем мы, конечно же, из этих линкоров линейные крейсеры, причем, я думаю, с максимум именно скоростью. На итоге делаем что-то вот такое, 32,4, меня скорость такая, я думаю, стоит. Я думаю, еще сюда тяжелое орудие поставить, но тогда она становится слишком низкой, даже ниже наших старых, как раз-таки линейных крейсеров, так что я думаю, пойдет. Единственное, есть мысль, что нам бы, наверное, ставить какой-нибудь бафчик сюда. Вот, возможно, вот этот. Хотя в идеале, конечно, крейсерские бафы выглядят самыми сильными. Но нет, поставим вот этот. Для этого мы давайте сделаем здесь гибкие контракты. И можем, вот видите, почти бесплатно поставить себе балтийские верфи. Обновляем вот так, чтобы игра это увидела. И вот у нас еще плюс 10 атаки и дальности. Приятно. Я думаю, корабликов 6. Нам, наверное, должно хватать. Сейчас будем... Сейчас додумаем. А вот из Константинополя пала и Турция. Прекрасно, мы еще и забираем их флот. Мы теперь контролируем пролив. А вот и старый флот. Кстати говоря, знаете, что я сделаю? Я выделю вот сюда новые флоты. Назовем это как-то по-скромному Гранд-Армадой, пожалуй. И именно сюда будут покупать, так сказать, все наши новые корабли. А устарелый флот пойдет, ну, все, которые мы будем захватывать, в именно старые корабли. Опять-таки, чтобы победить, нам вряд ли нужен вообще хоть какой-то флот, могли бы просто только позахватывать, но хочется же, верно. И у нас уже есть возможность сокрушить Рейхспакт, но мы, наверное, чуть-чуть подождем. А давайте-ка... А, мы, кстати, если мы контролируем Ереван, мы могли бы... Да, заставить Армению сдаться, но почему-то сам Ереван-то мы не контролируем. Забавно, короче, то есть напасть на Армению мы не можем, пока не нападем на Армению. Не очень логично, но как есть, как говорится. Мы отправляем сюда армию и будем сейчас заниматься Ираном. И из Анатолии мы делаем Турецкую Республику. Я надеюсь, что пролив-то мы сможем оставить. Смотрите, мы можем потребовать Персию. А, не обязательно большая мощная, нет. Большая и мощная. Я думаю, мы однозначно должны делать их нашей марионеткой. Так, новая конституция, масса за родину, прекрасно. И мы можем идти дальше, кстати говоря, истинные наследники Цареграда. Так, создадим новое губернаторство, круто. Единственное, я бы хотел перед этим, наверное, разблокировать все фокусы на постройке, потому что у меня политика скапливается, а тратить ее не на что. И так, Эгейское побережье. Это все еще не Царьград. Можно передать в теории Греции. Но Греция в Антанте, а Антанта нас в один момент, можно сказать, предала. Так что давайте Турции.
Либералы критикуют духовенство, что поделать. Антанта тоже начинает движение в Европу. А мы объявили войну, кстати говоря, уже Ирану. Давайте, поехали. Но памятник Николаю II. Он был убит, поэтому им ставится памятник. Николай недооценивает. Ну, не знаю, может быть. А еще я чуть-чуть перевооружу старые линейные крейсеры. Даже движок. Движок перевооружать обычно невыгодно. Так и есть. Но хочется делать их получше. Перейдем в имперскую благосклонность. Теперь он не тиран, а любимым народом, конечно же. Вот, да, о чем я и думал. Долгие ивентики. Очень долгие решения, но дают фабрики и меняют регион, тип регионов, то есть достаточно сильно должно быть. Сэры бойкотируют выборы, но кому не, как говорится, классики. Тут у нас есть тоже уникальные, кстати говоря, советники. ОЗ прорыв звучит очень сильно. Поддержка войны, прорыв против ведущих стран звучит любопытно. Как будто это против Германии будет считаться, да? Ну, давайте, наверное, возьмем просто ОЗ. Тут есть, конечно, вот эта атака-защита, но ОЗ-прорыв, наверное, чуть поинтереснее. Кстати, я так и забыл вот сюда посмотреть. Ну, мы больше никогда не узнаем, что-то поменялось или нет. Немецко-японская война пошла, кстати говоря. Мы с японцами тоже повоюем. Наш флот успешно строится. Скоро мы возьмем себе еще бафчик на уменьшение штрафа за время на авианосцы. Там будет весело. Вот оно. Первым, да, любит царя, здоровый, но любящий отец. Плюс стабильность, да здравствует царь. Окей, а есть что-то прям интересное? Судьба в республиканских партий. Давайте-ка. И Персию мы, конечно же, выделяем марионеткой. Это, кстати говоря, мы можем переименовать Петроград. Но я оставил и так. Какое наследие Керенского? Ага, можем вернуться к старым именам. Давайте так и сделаем. Петроград, я думаю, мы оставим... Да, Санкт-Петербург звучит неплохо. И вот возвращение имперских названий Мурманску. Конечно же, тоже, да. Отлично. У меня уже 10 раз выскакивает судьба Курдистана. Каждый раз нажимаю вернуть Ирану. Но не работает. Австралийским сяо? Что? Итак, судьба республиканских партий. Можем их запретить. Народ понизится, рабочие понизятся. Либо признание монархии отказа от своих антимонархических взглядов. Слушайте. Да, давайте... Конституционную монархию будем в России строить, почему нет? Я пока что вроде примерно туда и иду. Третий Рим, поехали. И они отказались от антимонархических взглядов. Шли компромисс, отлично. А? А? Разные партии, что ли? Вики. Запретить их должны как-то существовать. Ладно. Канонизация Николая II и его семьи. Они были невинно убиты. Я так понимаю, я не знаю, что Николай II правит сейчас, он не убит. Ну ладно, допустим. Говоря, респакт Антанта сотрудничает. Допустим. Итак, третий Рим готов. Воинство поддерживает еще поселение. Давайте-ка, да здравствует империя. Еще поддержки, отлично. А еще мы делаем себе легкие крейсеры, которые будут у нас работать с поттерами. Огромное погружение кораблей и подлодочек. А без брони, потому что она интересна, честно говоря. Броня скорости, так сказать, чуть поинтереснее. Хотя вот, допустим, первая, наверное, кое-как эффективна. Хотя, посмотреть на вот эту бронебойность, то нет. Если посмотреть на бронебойность вот этих орудий, то в целом, да. Как бы те корабли, у которых есть урон, скорее всего, и так пробьют, а те, у которых урона нету, скорее всего, в принципе, плевать. Так что такие крейсеры у нас... Это будет не Споттер, а только Поттер. Отлично. Так, да здравствует Империя. Мы можем уже сделать, кстати говоря, истинные наследники Царьграда. Но я бы перед этим, наверное, пошел бы в Афганистан забегал. Так, чисто одна нога, а тут другая там, как говорится. Я думаю, на этом Афганистане как раз-таки обкачать генерала Жукова, который первый левел, но уже имеет какие-то космические статы. Я о нем забыл, а он реально суперкачанный. Так что сбегаем еще в Афганистан. И в целом, ну, мы практически готовы пойти и набить лицо Германии, как говорится.
просто какая-то космическая промышленность, что обычная, что морская. Единственное, по военным взводам мы чуть-чуть отстаем, но это как бы вопрос очень-очень временный. И у нас не хватает еще танков, потому что я вот сейчас доисследую танки, доисследую как раз-таки самолеты. У нас как раз вот где-то к концу 40-го года будет пик, где у нас будут лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие генералы, потому что они под бафами качаются супер быстро, хотя и в атаку мало попрокало, но все еще. И, конечно же, наша безумная промышленность нашим безумно сильным флотом. Он будет реально хорош. Мы вот возьмем как раз таки, я думаю, уже пора бафчик на опережение. Следуем все авианосцы, построим все авианосцы и будем жить, ни в чем себе не отказывать. Но вы не отказывайте мне в лайке и комментариях под видео, подписочки на мой также Twitch, вступление в группу Дискорда и до скорых встреч, ребят. Пока.